Во Владивостоке прошел Всероссийский молодежный образовательный дальневосточный форум «Восток». Республику Татарстан на форуме представила Юлия Серегина, аспирантка Института управления экономики и финансов КФУ. Юлия участвует в форумах уже не первый раз и каждое лето предпочитает проводить с пользой. Но так далеко она была впервые. Дальний Восток – это удивительная территория, где каждому я рекомендую побывать. Ну и, соответственно, конечно, особенностью этого форума было место его проведения – это остров Русский, где располагается кампус Дальневосточного федерального университета. В этом плане мне было вдвойне интересно поучаствовать, поскольку мне представилась возможность побывать еще в одном федеральном университете. Образовательная программа была насыщена различными лекциями и встречами. Так одними из спикеров форума стали герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Авдеев и заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Совместно с участниками форума спикеры попытались достичь главную цель форума. Целью форума стал поиск решений для улучшения качества жизни населения на Дальнем Востоке. То есть каждая команда, каждая десятка предлагала идеи проектные по решению той или иной проблемы, сложившейся в Дальневосточном федеральном округе. Особенностью форума стало также и то, что до начала очного этапа целых 2 недели шел онлайн-форум. Многие участники смогли там познакомиться еще до начала очного форума, и благодаря этому было намного проще работать вживую. Кристина Надыршина, Универ Ньюс.